Здорово, мои стратегические жевжики! Вы видите, слышите Алексея Халецкого? Что-то на мне какой-то прям эти лучи солнца, ну да, закат. Значит, что вы на канале Лёша играет, и я продолжаю на уровне сложности божество эту очень-очень сложную партию за Египет. Клео Алексис, симпатичная, это я про себя. Там на превьюшке, наверное, даже лицо Клеопатры на свое заменю, более красивое. Тем не менее, рекомендую начать смотреть с первой серии, если случайно наткнулись на это видео, потому что с самого начала поймете, как тут все тяжело. И у нас эпоха Атома. Ну, мы уже в конце игры, и там уже даже запускают спутники. Успею ли я тут победить? Сейчас посмотрим. Вот что теперь взять? Ну, под охраной лжи... Ну, вообще, под охраной лжи интересно. Чтобы техи быстрее воровать. Я тут не знаю, как нам по-другому догнать. Ну, на туризм точно не надо. К оружию мне тоже кажется. Хотя... Даже с испанцем. Но я не уверен, что... Ну, во-первых, я точно не скоро это буду делать. Соседство кампуса у нас маленькое. Все-таки под охраной лжи давайте. Так. Мгновенно обосновываются в городах. Быстрее это делают. И карточка у меня стоит тоже, да, на... Выключу пока вебку. И карточка стоит на ускорение. Блин, мне бы, конечно, как-то... Блин, так далеко до вот этих всех идеологий, просто трындец. У меня, конечно, такой провал с культурой, да вообще во всем провал. Просто провал во всем. Кто у нас тут по техам? Ну, ни инков, ни эфиопов, городов я не вижу, но вижу Корею и вижу... Конго, но в Конго я отправил. Да, в Конго я отправил, поэтому давайте, наверное, в Корею отправлю. Там мало денег, но зато попробуем, ну вот здесь хотя бы, что-нибудь поворовать. Дальше. Мы открыли лабы, и нам, собственно, надо сейчас везде строить лабы. 67, где у нас самое маленькое производство? 79. 64, просто где маленькое, мы купим просто лабу. 64. 71. Ну, в Шедете у нас нету кампуса просто. В Аншане. В Аншане мы купим самое маленькое, 58. Но и тут нету кампуса. Окей. Так, а скоро Александретта присоединится? 4 хода. Ну, просто я хочу здесь последним зарядом ферму поставить, а не могу, потому что... Проложить торговый путь нафиг надо. Так, в Асуане нету жилья. Неожиданно. Биржа нам случайно жилье не дает? Нет, ну давайте на производство тогда переключу. Чуть не ожидал, что я уже... Так, ну вообще нормально, города вырастил. Так, что дальше? Не хочу книгой... Кстати, хотя, слушайте, может это влияет на уровень... Нет, наверное, не буду. Все равно мне надо вот сюда идти. Причем сначала через заряд. Мы точно чудо не построим, а вот две верфи я построю. То есть, видите, тут одна достраивается, а здесь я куплю. Так что это мы ускорим. Так, ну тут, значит, археологически, а тут мы лабу купим следующим ходом. Как я и говорил, уже... он хочет железо.
За право прохода прям вау. А если вот так мы сделаем? Так, и за 2 золота. Отлично. Вот это здорово. Так, сейчас надо будет через него пробежать. А, потому что, видите, мы право прохода получили только потому, что он закончилось осуждение в этот момент. Ну, надо нам найти. У нас еще не найдено 4... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Да. Не, подожди, 14. Еще 2 не найдено. Так, осуждает Австралия. Да, 2 не найдено. Подожди, так я слишком много осуждаю тогда, получается. Что-то я посчитать не могу. Ну вот смотрите, затопило прилегающие низины, но ничего не сломалось, потому что это Египет, способности Египта. Так, это для пригородов, военная академия, морские порты нет, на улучшение юнитов. Нет, пожалуй, не буду пока. Хотя, слушайте, на улучшение юнита может этого хотя бы апнуть в рыцарей. Но тут у меня классные карточки стоят. А с другой стороны, у нас плюс 5 довольства везде. Плюс 4, ну вообще плюс 4 уже. Блин, если я с кем-то найду поторговать... Вот у меня есть лишний хлопок. Во, красители хлопок. Алюминий он не даст. Нефть тоже. Так, сейчас у меня, по идее, везде должно быть плюс 5. Поэтому можно... карточку эту прибрать, поставить все-таки на ап и апнуть немножко. Так, сначала вот здесь лабу купим и на науку. Дальше. Тут везде строятся лабы. Тут покупаем маяк. 580 на верфь. Вот этим хочу поскакать, раз у нас открытые границы. А, железа не хватает. Блин, только что продал Александру, да? Да, что-то я тупанул. Ладно, в очередной раз. Хищение средств, провоцировать беспорядки. Можно на что-нибудь на науку? Нейтрализовать губернатора. Ой, все говно, честно говоря. Слушайте, а больше шпионов где я могу получить? По-моему, где-то в соцполитиках, да?
Вот в идеологии. Урбанизацию открыли. Но в идеологию, к сожалению, полевые пушки. Может, со СМИ начнем тогда. А, подожди, там и вот радио я смогу. Нет, не смогу. Радио только через... Ну, даже если ускорю, то все равно... Не. Хотя, с другой стороны, подожди. У нас еще мобилизацию и выжженную землю надо открыть. Полевые пушки я не ускорю. Так что, наверное, туда лучше пойдем. Верфь готова. Ну, я бы кампус строил на плюс один. Вопрос только здесь или здесь. По-моему, разницы особо нету. Так, надо купить караван. Что-то вообще без всякого производства. А чё так ничего не дает? Никакое производство. Странно. Ладно, я наверное, из этого отправлю из столицы. Так, верфь тоже буду покупать. 580. А что тогда строить здесь? Стены, ну я скоро сталеварение открою, стены не нужны будут. Квадрирема. Ладно, давайте строители, реально нечего строить пока. Блин, я забыл, что у меня архитектор стоит на... Ничего не делает. Почему вот эти восставшие из Александрита нападают на меня, а не на Александра, интересно? Его город. Они македонцы. Я вообще не это... Вот испанцы, я понимаю, если бы отвалились на меня нападать, я еще понимаю. А эти что? Греция, союз с Мали. Вернулся обратно. Да. Так, ну, все клетки уже обработаны, походу. Вот тут, правда, клеточка еще имеется. Так, Аншан голодает, хрен с ним. Там затопление, тоже хрен с ним. Так. За один ход, смотрите. Но, 70, но блин, 74. Давайте лучше тогда деньги своруем. Больше шанса. Боюсь я все-таки так воровать. Так. Ну вот здесь надо куда-то перебираться в другое место, где науку можно тырить. Попробуем в Перт. Лакарунь, да, что-то мало стало... Денег давайте лучше в Перт, чтобы и науку, и культуру еще получить. Я еще надеюсь встретить ГГшку научную. Покупаем верфь. Бонус туризму, взлетный. Ну, с другой стороны, аэродром можно. Давайте, наверное, я... А тут, с другой стороны, железную дорогу можно строить. Но у меня нету военного инженера пока. Ладно, давайте тогда сначала авиацию, потом паровой двигатель.
Ваншане археологический, угольную электростанцию. Блин, одна монета. Нормальненькая. Да, надо будет уголь скупать. Я не знаю, я просто 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. То есть вот с этими тремя, Мали, Конго и Минилик, я могу дружить, значит, с этими. Я забыл просто, с кем из них вот эти последние три. 107 тысяч, ребята, 107 тысяч, 121 тысяча, 122 тысячи, вау. Понятно, что с такими деньгами можно вообще изи выиграть. Но комп не был бы компом, сидит Япония с 88 наюками, но 123 тысячи денег просто. Просто вау. Успешно добыто золото. Почему не написано сколько? Ноль? Как это? Походу какие-то глюки из-за огромного количества золота, хотя было 226 написано. Трындец. Очень странно. Так, пытаемся сначала источники повысим. Будем пытаться науку там украсть. Лаба в Иуну завершена. Пригород. Ну, не знаю, я бы не ставил. Жилье тут есть. Если что, канализацию можно для жилья. Ну, тут 11 вход, тут он не будет расти. Я бы даже вот так переключил. Давайте. Исследовательские гранты. Так, в Мемфисе тоже лаба построена. Так, тут завершились соревнования. Не побеждает ли? Нет, Перикл не получил вроде как очки. Так, сколько у нас? Ну, сейчас следующим ходом будет больше требоваться вход. Так. Я не забываю про моего этого парня. Давайте варварский возьмем. Все улучшено пока. Испанец воюет вообще? Вроде. А, ну вот как раз помирился. Но он только скорее помирился. Вообще там у него еще Австралия вроде как нападала. If you can walk away from a landing, it's a good landing. I only understand friendship or scorched earth. Я ничего не меняем. Послов никуда не отправляем. What a grand sight this must present in the way. Чудо, только сейчас нашел. Ну такое Улуру. Так, ну что, пора тырить. Ракетостроение, кстати, ускорим. Лаба в Ракедете. Блин, а тут надо до 19 вырасти.
Тут придется канализацию построить, потому что нехватка жилья. А для 19, чтобы самолет. Я бы вот здесь аэродром как раз построил. Видите, тут не обработанная клетка вообще. Кстати, вот эту клетку можно Шедету передать. Вообще надо проверить, в каком радиусе что тут обрабатывается. Ну, вроде все. Ну, вот это Асуану только передадим. И вот эту Дирахию, не знаю, правда. Ну да, вообще тут три производства нормально. Три еды. Так, окей, зоопарк. 4 довольства, наука. Тут канализацию бессмысленно, потому что расти некуда. Ну, собственно, и пригород тоже. Значит, исследовательские гранты. В Шедете кампус, Библа. Так, а может купить? На что мне тут еще тратить деньги? Эту я угольную тут дострою. Вообще, я бы ее построил, а купил универ. Да, наверное, так и сделаем. Ничего не меняем. Опять к Македонии присоединился испанец. С инком и Австралией таки воюет. Так, осудить. И вообще чем-нибудь торговать нечем. Александра осудить. Минелика осудить. Ой, не того. Блин, Минелика я мог не осуждать. Черт. Я уже всех осуждаю вообще по очереди. Такой отмороженный Египет. Глянем по проектам, как там у народа. Я бы, честно говоря, в Ракидете военного инженера сделал, чтобы железную дорогу проложить. Ну и надо уголь у кого-то покупать. Сейчас я гляну, мы должны очень много угля сжигать для бирж и лабораторий. Все равно мало науки. Я даже... Ну, для этого мне надо испанца брать, чтобы увеличить науку. Сейчас посмотрим, сейчас начнется ход. 264. То есть даже, ну, как мне нужно побеждать, если у меня не увеличивается количество науки по сравнению с другими. И в ход у нас сжигается 9 угля. У грека дофига его. Ну, мне, кстати, немного надо. Вот 8 я больше даже не вмещу. Чисто 8. Ну, все равно надо покупать. Я просто буду... Подожди, или там 300... Или там 400 было, что-то я... Нет. 275 предлагаем. 283. А, уже пойдем. 275 был готов. Тогда 267. За каждую монетку, ладно. Достаточно. Да блин, ну харе, ну почему они убивают моих шпионов? Там же такой шанс огромнейший. И на науку ничего не находится. Ладно, подрыв дамбы. Не могу обещать, что не буду шпионить. Есть вообще шанс, что мы ГГшки научные встретим, интересно?
Так, три хода до роста. В общем-то, до этого момента... А, инженера. Точно. Я еще... Мешу уголь сейчас надо будет... Блин, мне надо железо у кого-то купить еще. Так, купим, наверное, археолога. И построим шпиона. И тут... Тут я хотел аквапарк. Как раз удачно райончик затопило. Но тут все упирается в наличие алюминия на самом деле. Я не знаю, как мне тут усиляться без алюминия. В Англии союз с Конго. Конго там улетает вообще-то. Не знаю, о чем себе там Англия думает. Заключая союзы с Конго. Да это вообще никакой город. Ты можешь его как-то улучшить, испанец? Просто вообще ничего не делает. Да ладно, он у меня еще и губернаторов убирают. Я ж тут лидер. Вообще охренеть. Так, Эфиоп закончил второй путь, но нанотехнологии, умные материалы не исследованы. Второй закончил Пачекуток, заканчивает Конго. Вот у нас три лидера. Эфиопия, Конго и Пачекуток. Так, а чё город не растет опять? А, Пенгалу убрали. Блин, ну это, конечно, прикол. Фак. Кстати, это реально хреново. А, давайте мы, наверное, тогда Мокшу пересадим. Потому что он три хода будет нейтрализован, а потом еще возвращаться хрен знает сколько будет. А мне надо, чтобы Ракидет вырос. Да, это подстава. Это несомненная подстава. Железо надо у кого-нибудь купить. Ну, там немного. Да, ты вообще не хочешь продавать. Хм. Странно. А вот Англия. А у Англии вообще... Да, она вообще не хочет продавать. У нее нету этого железа. Ну, здесь очень мало. Черт. Так железную дорогу мне не дадут построить. Византия, Греция. Мне штучки 4 надо. Да вот ты прикалываешься. Что за цены? Блин. Ну это что-то вообще дорого, да? $148 за 5 железа. Ну ладно, приму. И, блин, уголь дешевле почему-то обходится, чем это железо. Ну так, дорогу проведу между Мемфисом и Ракидетом. Так, давайте попробуем. Подождите, у нас похищение ракетостроения
Следующим ходом вроде и так произойдет. Блин, мне надо этого шпиона нового делать, которого у меня убили. Или не убили, подождите. Убили. А, вон я в Аншане делаю. Аквапарк. Колесо обозрения. Исследовательские гранты. А, тут я хотел универ покупать за 500. Видимо, следующим ходом куплю, а тут пока мастерскую доделаю. Так, у меня тут промышленная зона, гавань и кампус. Больше я не могу ничего тут сделать. Блин, серьезно мне войну объявил? Совместную официальную с кем? Конго, Перикл, так. Конго и Перикл? Прикол. Нет. Что это за бред? Почему Конго и Перикл совместную, причем войну? Очень страшно. Да, давай ты вот это больше никогда не будешь у меня просить. Так, ну Конго и Перикл это пофигу. Вот сейчас момент истины, будет ли у нас алюминий. Есть алюминий. Ракетостроение украли. Так, один, правда, только алюминий. Точно один. Но даже это уже за благо. То есть, по идее, Испанию мы должны забрать. Ага, и тем более у Испании еще один будет. То есть мы начнем с Кадиса вообще. Так, нам нужен рабочий. Дальше мы идем в улучшенную авиацию. Акад встретил каким-то образом. А, потому что он мне войну объявил. Так, ракета... После улучшенной авиации в ракетостроение выйдем. О, первый великий человек набился. 1500 для космической гонки. Вот это мне свезло. Так, это здорово. Исследовательские гранты, наверное, продолжаем. Вообще тут надо Пингалу на гранты, наверное, брать. Потом на космическую гонку его прокачать. Магнуса-то я прокачал на все. Так, ну у нас где-нибудь тут будет ждать космопорта. Так, тырим нанотехнологии. Тут крабы обработаны. Вон там еще у нас крабики есть. Пошли-ка их обработаем. Я выкуплю... Подожди, хватит, мне не хватит тогда на универ. Подождите. Сначала универ надо купить. Ага, хватит. Теперь еще на лабу надо копить денежку. Так, шпион, центр вещания. Так, в Конго не будем отправлять, там нас тоже обижают. В
в Перте и в Мехико находятся. Ну, давайте в Пеллу. Поплывем. Райончик. Ну, я бы кампус ставил. Мы по науке очень сильно проседаем. Даже на плюс один. Мне вот очень бы помог любой город-государство на... Может, вассал опять поставить, а не содержание на науку, но их нет. Три довольства, да, надо вассалы ставить. У меня, по-моему, с кем-то торговля явно закончилась. Что я рационализм там. 13,5 науки, блин, его бы тоже поставить. Но это надо уже, наверное, в коммунизм выйти и там ставить. Да, у меня два хлопка. А, ну да, закончил, потому что я с греком начал войну. Так, это я должен осудить. Нечем торговать. Есть чем торговать. О. О. И алюминий дают. Блин, только одну штуку, правда, но и это здорово. Вообще кайф. Это я к византийцу хорошо заглянул. Блин, я аэропорт не могу построить из-за того, что мне выгнали Пенгалу. Без аэропорта я самолеты не могу сделать. У меня есть какая-то официальная причина для объявления войны испанцу, интересно. Блин, может этот сфинкса заменить на еще одну ферму? Тут будет еды тогда дофига. Так, железная дорога проведена. Подрыв дамбы. Во, хищение технологий, наконец-то. Так, здесь. Почему только опять низкий уровень? Крабика. Лабу будем покупать. Или, блин, нет, давайте построим. Надо копить деньги на покупку самолета. Самолетов. Двести сорок два, но отстаю по науке все равно. 417. 417 уинка. Но мне просто жизненно необходимо забирать испанцы. Я без этого никак. Блин, не посмотрел, могу ли я войну официальную. Ну, там, если у меня причина объявлять войну испанцу. Ну, испанца я начинаю опережать хотя бы.
Сейчас посмотрим, кстати, по количеству тех. Компуса у него стоят. Под него столько миссий стоит, что не заменятся, будут пустые клетки. Он вообще дофига клеток не обработал. Нанотехнологии добыли. Продолжаем тырить спутники. О, ядерный синтез. Видите, разные техи. Ускоряем. Так, ну, больше я пока не буду строить. Так, подождите, варвары, по-моему, надо брать. У меня здесь варвары, Клеопатра, варвары. Варвары, да, что-то три вара надо Клеопатры будет взять. Следующий. Так, пока просто пускай тусит какой-нибудь военный инженер. Исследовательские гранты в Мексике. Эти, наверное, строителя. Сейчас построю один ход. Колесо обозрения. Аквариум. Для расширения территории есть формальный повод. Пингалу можно возвращать. Блин, я его пока в шедет. Мне надо до 19 вырасти. Если опять кину пингалу в ракидет, то это мы будем 5 ходов ждать. Видите? Поэтому в шедет пока. Хотя это тупо. Но вырастет ракидет до 19, поменяем. Сейчас посмотрим. Так, нечего сказать. Конечно, нечего сказать. Сижу тут. В загончике маленьком. Блин, тут через два хода Аншан сдохнет. Надо на еду поставить. Коплю деньги, сейчас не трачу, коплю на самолеты, просто чтобы их купить сразу. Ну, опять, видите, даже несмотря на то, что это оно предотвращено дамбой, на самом деле я бы, ну, оно бы ничего не сделало. Как... А, это вообще этого Александра Македонского. Так, вассалы у меня закончились, черт. А, ну я, наверное, могу... Нет, не могу. Нет у меня ничего на счастье. Ладно, я бы рационализм, наверное, поставил тогда. Да. 227 всего науки. Мало... Хочу тут ферму сделать. Так, что у нас по научной победе? Ну, в нанотехнологии еще никто не вышел. Ну, интересненько. Ладно. Все еще есть шанс. У нас еще этот ученый зашибись-ка такой. Так, собрали. Можем сделать как-то античность, Клеопатра, варвары, античность, средневековье. Нет, не можем, к сожалению. Нам надо у кого-то выменить артефакт античности. Может у кого-то он быть? Вот. Вот я могу, например, на...
Вот, артефакт древнего мира. Блин, что-то он очень много за это хочет. А еще мне надо уголь поторговать. Нет, у этой... У кого тут угля дофига? Уголь мне важнее, чем... А, слушайте, угля дофига только у тех, с кем я воюю. Так, ну я бы забрал вот максимум 19. Ну, придется заплатить. Или все-таки лучше вход? Давайте, наверное, лучше вход. Что мне надо накапливать на самолеты, тут никуда не деться. Так, там 50 было, 45, что ли? Сорок девять. Ладно, принимаю. Но еще поищу, у кого артефакт может. Ой, там Мали вообще с половиной карты воюет. Это реликвия. У этого нету артефактов. Так, вот у него есть. Но мне античность надо. Но не... Блин, но не варвары. Тоже нифига нету. Тоже нифига. Реликвия, реликвия. Слушайте, реликвий такой испанца дофига, да? И у перса. Но нету артефактов. Ну, только получается у эфиопа. А вот артефакт античности, ну-ка. Блин, не хочу, слишком дорого, не буду, ладно. Не так там важен этот тематический бонус, как деньги. Блин, такой низкий шанс на все. Ну, два шпиона у меня прокачаны. Вот с их помощью я надеюсь что-то наполучать. Так, на космическую гонку. Пингалу качаем. А в Мемфисе строитель, да? Видимо, продолжаем исследовательские гранты. Тут центр вещания. Так, тут надо на еду включить, а то мы жителей потеряем. Ну, тоже исследовательские гранты, похоже. Так, нам в первую очередь надо будет Кадис забирать, потому что... Хотя надо проверить. Кому? Алюминий одной? Вроде к Кадису. Да. Надо сначала Кадис забирать. Проблема в том, что он начнет сразу же практически отваливаться, но хоть какой-то алюминий... А нет, мы не накопим, потому что тут нету... Черт, там нету шахты. А шахты нету, потому что он не открыл алюминий. Ему явно далеко до алюминия. Не, ну это мы все заберем. Хотя 82 силы тоже больно, но по идее... Два бомбардировщика должны разобрать. О, еще и Англия. А чем какие-то странные государства войну объявляют? А тут вообще... А тут современная, да, защита? Да, это будет тяжеловато бить.
Надо попробовать еще будет у кого-нибудь купить алюминий. Мне хотя бы 3 бомбардировщика надо. 2 маловато будет. Спутники добыли, отлично. Ну, слава богу, еще убежать смогли. И ядерный синтез, зашибись. Я бы, наверное, сразу в спутники пошел. Так, здесь ферма. Нет, нельзя быстрее, чем за 2 хода. Ну что, 2 хода надо, чтобы вырос ракетет. Дальняя связь. Аквариум. Ну, не знаю, стоит ли мне тут археолога еще одного делать. Я не вижу, где... Я, по-моему, на своей территории вообще все археологи... Вот одна осталась только. Я бы не делал пока больше археологов. Блин, тут, наверное, стоит канализацию сначала. Город. Или вообще, знаете что? Вот тут как раз пригород нормально будет. Нормально вот тут пригород. Вообще зашибись. Вообще какие-то странные мне государства войну объявят, которые неизвестно где. Так, ну инку мы обязаны осуждать. Я вообще ни одного чуда не построил. Даже не пробовал. 270 науки. Отстаю. Отстаю. Надо... Я вообще... Я еще и не уверен, смогу ли я переварить испанца. То есть, в том плане, что он не будет отваливаться прям. Так, 9 ходов. Ну, хотя бы в нормальный век надо выйти. Ну, в принципе, если я какие-то города захвачу у испанца, то мне... Так, я могу на один ход отложить производство. И так один ход аэродром. Не, отложу. Мне надо 100% за один ход. А, слушайте, может мы космопорт начнем? Космопорт не требует количества жителей. Я заменю вот здесь. Я вот здесь заменю вот эту клетку. Сюда аэродром поставлю. Космопорт сейчас сюда, значит... Надо космопорт уже начинать строить. Так, эту рыбу собрать надо. Блин, 74%. Ну тут хотя бы его не убили. Но вообще такой низкий процент. О, точнее, такой высокий процент и не получается, не проходит возможность. Так, ну надо космопорты строить, ребята. Ну и вот и вместо какой клетки? Тут, блин, еды куча. Черт. Видимо, вот вместо этой, которую я обработал. Как ни странно.
Ну, тут понятно. Вот она единственная вообще. В Иуну тоже есть где строить. Наверное, сюда. Или сюда. Я бы сюда, наверное, поставил. Так, тут мы пойдем в коммунизм. 5 ходов до коммунизма. Потому что мне стоило стали варенье выйти, чтобы, ну, чтобы оборона была немножко другая, посильнее. Так, ну в Ракидете, естественно, сейчас на аэродром переключусь. Так, у меня 2 алюминия в ход. Надо будет у кого-то покупать. Дальнюю связь добыли. Так, строим аэродром. 2 хода все-таки, блин, надо было отложить и подождать. Каждый ход на счету. Компьютеры. Дорога гигантов. Так, в нормальный век я вышел. В золотой очень вряд ли. Сейчас. Космопорты тоже реально везде надо будет, иначе мы не сможем ускориться. Фабрика не нужна. Пригороды, мне кажется, тоже. Но я могу там продуктовый рынок в пригородах. Чтобы еда капала, но мне кажется, в данном случае нафиг надо. Исследовательские гранты. Так, эти ребята, сколько еще со мной? О, следующим ходом можно будет попытаться помириться. А тут такая война какая-то странная. О, даже получил первый торговый пост в Византии. Кстати, сейчас за информационную эру еще очки получу. Блин, испанец как-то не хочет отставать по науке. Еще важно космопорты построить. Блин, надо поменять местами, кстати, Пенгалу и Мокшу, черт. Черт, черт, черт. Еще космопорты важно, чтобы все увидеть. Так, тут меняем. Вот эту карточку ставим. 5-летний план. Дальше что у нас? Бонусы соседства центра коммерции нет. Плюс 4 к влиянию. Какие-то зеленые карточки прям. Да нету нормальных. Союзников у меня нет. Что, содержание юнитов, наверное. Или скидка на ап. Мне там все-таки надо будет захватывать. Блин, мне уголь надо. Не, давайте содержание юнитов. Сейчас уголь надо купить. Надо. О, минус 7 угля в ход. Давайте из Ракидета будем уже на производство отправлять. Так, это, я так понимаю, отвалившийся город какой, не будем туда залазить. Кампус, строю библиотеку. Деньги нужны.
Классовую борьбу открываем. Так, кто мне угля продаст? Да, может, мы замиримся, чувачок? О, отлично, готов. Мне тут угля при этом кучу надо. Так, и, возможно, алюминия. Давай так посмотрим. Что ты за это хочешь? В принципе, норм. Два вход, нормально. Может, больше алюминия? Нет. Но мне так достаточно будет на 3 самолета. Так, а что по поводу Конга? Где он? И он готов. Я не знаю, что ты быканул, чувак. Вообще непонятно. Просто за 10 вход. Чё, вот чего они вдвоем мне объявили войну? Совместную причем. То есть, что такое им не понравилось прям? Так, отлично. Уголь есть, алюминий есть. Сейчас покупаем сэмоли следующим ходом. Отлично, работаем. 116 тысяч денег у Японии, 46 тысяч у Инка, 87 тысяч у Перса, 67 тысяч у Конга. Ну, все же 41 тысяча какая-то нищий Александр Македонский. Кстати, у Конга надо артефакт посмотреть. Я же в войне с ними был тогда. Надо артефакты посмотреть у него. Кто-то возносится к небесам, а вы лезете в грязь. Да, Испания грязная, конечно. Ничего не построено, не улучшено, не облагорожено. Согласен. Синтетический материал испер. Так, скупаем. Так, хищение технологий, подрыв дамбы. Вербовка партизан. Сколько могу купить самолетиков? 2. Первый бомбардировщик, отлично. Ну, кстати, не первый в мире. Тут больше не влазят. Я их не буду еще следующим ходом объявлять, я их перекину. Кстати, вот тут бы мне сталеварение все-таки открыть. Слушайте, а тут осталось-то 4 очка. Наверное, все-таки смогу. Блин, или сразу уже атаковать. Ну, я-то могу еще самолета купить. Вообще не могу, у меня не будет денег. Знаете что, буду атаковать. Посмотрим, сколько он урон наносит, потому что 82 силы это серьезно. Так, ну в Мадрид нету смысла отправлять, что я войну буду объявлять. Так, с Англией сколько мы еще воевать будем? 3 хода. А с Испанией...
кто-нибудь воюет, до сих пор продолжает. Инк только, все остальные замирились. Что у нас с улетанием? В нанотехнологиях все еще никого. Так, ну окей. Что по... Всех ученых разобрали. Вот этого инженера заберут тоже. Ну, блин. Я не думаю, что... Вместо того, чтобы строить космопорт, имело смысл на него тратиться. А кто его заберет? Эфиопия. Ну, кстати... Не, Македония может забрать. Так, давайте посмотрим, кто до этого на 100% ученого забрал. Блин, 100%. Вот Эфиоп забрал на 100%. Если он еще этого заберет, то это трындец будет. Еще у него 750 на... Так, ну у нас тут Эфиоп что-то выглядит опасно. Очень опасно. О, очень вовремя коммунизм я открыл. Берем его. Еще 2 очка. Ну, слушайте, должен выйти. А, вот селитра и уголь ставим. У меня есть два месторождения. Нормально. Морские порты... Нет, это работать не будет. Можно, кстати, на лояльность поставить. Чтобы города медленнее отваливались. Давайте, наверное, на лимитан. Дальше здесь я поставлю на макиавелизм, на шпионов. Торговое наследие, 42 монеты вход. Все наземные юниты плюс 4. Ну, такое... Еще от внутренних путей. Бои на вашей территории. Плюс 100% к вспомогательным юнитам. Ну, так себе. Все это так себе. Гражданский авторитет. Треугольная торговля. 32 монеты. Но торговое наследие больше дает. 42. Ап юнитов. Может, давайте плюс один к перемещению на своей территории возьму. Так, 316 науки. Ну, давайте смотреть, как пойдет. Обстрел испанца. Ну, я не думаю, что большой урон. Блин, я Толедо не вижу. О. Хорошо, что у меня тут... Что-то я не ожидал, что я Толедо не буду видеть. Ну да, надо больше самолетов, но пока... Хотя... Ну, в любом случае, я не могу сейчас пока... Я следующим ходом смогу его купить. Что я один самолет перемещу, наверное, в Иуну. Там куплю, обстреляю и точно заберем. Да, нормально. Пока нормально. Хищение технологий, вербовка партизан, подрыв дамбы. А где у меня сейчас Пертия? А, давайте... Блин, а Эфиопию я не вижу, да? Давайте попробуем в Мехико опять. И давайте в Махенджо-Даро. Может, там меньше шанс, что будут контролировать. Так, тут собираем рыбу, потому что нету городов, которые бы обрабатывали клетку. Все как красиво, да?
А за счет чего у них такие клетки здесь? Это же не рыбацкий промысел, Лян. Почему такие крутые клетки? Это, видимо, Окленд где-то. Похоже на то. Все, я в золотом веке опять. Так. Холодную войну. В космическую гонку, короче, надо идти. Расщепление ядра мы вряд ли откроем. Это Александру нравится, что я войну объявил. Александру Македонскому нравится, когда войну объявляют. Так, слушайте, забываю осуждать. Надо и византийцы, и Перикла осудить. Ауч. Вот чего не ожидали, так это вертолетов. Так, ну мы, наверное, в ПТ команды можем апнуться. Может, мне карточку поставить? Странно, что он решил сюда напасть. Он меня сейчас тут пограбит явно вертолетиком. Прикол, да, что вертолет не убил пикинера? Улучшенную баллистику ускорили. Давайте тут куда-нибудь спрячемся. Да, в ПТ команду. Но это надо карточку, во-первых, ставить. А во-вторых, мне надо сначала один из самолетиков еще купить. Так. 1120, отлично. Ну, я бы еще, наверное, на одного покопил. Так. Блин, ну надо на деньги, пожалуй, отправлять. На производство слишком мало дает. А деньги мне нужны, чтобы самолеты покупать. Никто еще третье не делает. Не, не хочу захватывать. О, португалец. Обменяемся столицами. Ну как тут португалец? Ну, так себе, да? Даже не запускает ничего. Окей. 82 тысячи у чувака. А, ну, есть у нее кое-что на продажу. Что он вообще как-то задешево? Вообще мне надо бы апнуть какие-нибудь юниты. Мне кажется, я летучим отрядом не заберу. Ну, сейчас мы в Кирасу. Блин, железо надо купить. Железо и уголь опять. О, опять вертолет тут прилетел. Толедо защищает. Ну и мне бы в сталеварение выйти до взятия Толедо, чтобы какие-то стены были.
Господи, это уже вторая битва за Толедо. Сколько раз это древний город египетской и испанской воинской славы. Let's get on our knees and pray. $540 стоит, да, блин, тут карточку. Так, я бы отошел, а то тут сейчас вертолетик нам наваляет. Блин, ну следующим ходом вообще уже можно захватывать. Только у меня очень большие сомнения, что я могу его захватить летучим отрядом. Блин. А что делать? А этим могу захватить? Этим вряд ли могу. Блин, прикол. А апнуть не могу. Блин. Так, все, кстати, вот здесь где-то. Никто еще в эпоху будущего не вышел. Мне бы последнюю циву найти не сейчас. Я пока одну только цивилизацию не нашел. Давайте тут шпиона сделаю. Еще одного. Посмотрим сейчас, что вертолет будет делать. Но я Толедо не могу забрать теми юнитами, которые у меня сейчас есть. Наверное, придется апнуть в летучий отряд. Потому что у Толедо сила 82, у летучего отряда 46. Точнее, апнуть в кавалерию. Но и кавалерии будет, мне кажется, мало. 62. Хотя 20 разницы можно. Блин, я уголь не купил. Ладно, еще хватает. Так, уже. Уже тут меня португалец осуждает. Шпионы на 2 уровня выше. Давайте похитить ускорение. Дальше. Дополнительные единицы выбранного дают довольство. Давайте хлопок. Ну, 2 очка. Давайте уберем 3 очка у грека. Ну и всемирные игры, почему нет? Блин, македонский так расселившись. Они вот меня подселили. Так, 2 очка Менелик получил. Не дает цитрусу. Ну, блин, у меня забрали. Завербовать партизан на втором месте. Цитрусовый — это мой рез. Нет, тут ваншот будет. Надо апать. Я даже не уверен, что кавалерия. Не, кавалерия берет, зашибись. Так, хорошо. Тогда просто расстреливаем вертолетик. А, самолет даже не получает урона, убивая вертолет. Отлично. Странно вообще, мне кажется. Нет? Так, давайте
Перт, Махенджо-Даро. Давайте в Мбумбе. Я хочу тырить техи. Войсковая бригада, это где-то недалеко, да? Да, это Уран. Тем более, что три армии или армады не собираюсь создавать. Так, а сколько там до первого космопорта у нас? Два хода? Один ход. Ну, спутник надо запускать будет. Блин, я забываю поменять местами Мокшу и Пингалу. Вот это хреново. Пу-пу-пу. Так. Блин, а куда, естественно, Инк? У него было 60 тысяч, по-моему. Куда-то он тратит все-таки деньги. Еще один вертолет прилетел, кстати. Ну, опять у меня наводнение, но... ничего не произошло, слава богу. Технологию скрытности прокачали. Так, ну чё? Пробуем забирать... Толедо. Через сколько столетий Толедо снова египетский, а? И сейчас он, кстати, ребята, не отваливается. Смотрите, просто сразу держится. Зашибись. Мне вообще надо было бы куда-нибудь в Мадрид посадить, что ли, а то как мне засвечивать и обстреливать те города? Так, лазеры. Так, тут нужно найти источники. Ну что, запуск искусственного спутника. Да, тут, кстати, ну 91,6 в Ракидете, но я быстрее здесь это сделаю, 5 ходов. Увидим, наконец-то, всю карту. Кайф, Толедо не отваливается. Так, что следующее? Ну, Мадрид, наверное, надо. Сразу, наверное, Мадрид. А так, опять забыл уголь. И опять забыл поменять местами Мокшу это. Куда я спешу? Австралия, лунная экспедиция завершила, но это же вроде второй этап только, да? Что тут? Уровень вражеских шпионов минус 2, 100% производства представления морских юнитов, двойной эффект, содержание ядерных... Наверное, ничего не ставлю. Еще одного шпиона можно. Так, в золотой век вышли. Я бы робота взял, честно говоря. Да. Берем робота. Потому что, ну а как там города захватывать иначе? Тут сваливаем. Я хочу посмотреть, это второй же, да. Да, все пока только второй этап закончили. Ну что ж, мы вышли в последнюю, походу, эпоху.
Город-герой Толедо взят. Опять и уже его испанцы не отберут обратно. Плюс у нас появился робот. Робот Боря. Он будет помогать забирать Испанию до конца. Но это уже в следующей серии, ребята. Египет будет снова великим. Спасибо, что смотрите, спасибо, что поддерживаете. Напоминаю, кидайте донатики в PayPal, переходите на новый уровень, на высокий уровень меценатства. Поддержите канал. Чем больше денежков, тем больше видео. Ну а на этом все. Продолжение завтра. Спонсоры, наверное, могут уже поискать во вкладке сообщества. Я вот решил концовку быстренько записать. И играйте в умные игры. И слава Украине. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите.